Адвент-календарь, день 6. Доставать, давай, все доставай. Угу. Конвертик сюда. Идем сюда, я посмотрю. Потом будешь выполнять. Так, это снежинка, сейчас я объясню, что с ней делать. А это задание. Давай прочитаем. Так. Какая парочка животных лишняя? Так, ну, значит, сейчас ты отгадаешь. А по поводу снежинки. Снежинку эту нужно положить в файл и обвести клеем ПВА. И тогда у нас получится снежинка, которую можно клеить на окно. Вот мы сейчас попробуем сделать, что у нас из этого получится. Ответ на задание «Какая парочка животных лишняя?» Так, вот эта вот парочка. И теперь вот снежинку мы с помощью клея ПВА сделали вот так. Она еще не высохла. Через пару часов она высохнет, и уже будет полноценная снежинка, которую можно приклеить на стекло. А теперь Лего Адвент календарь, Лего Сити, день 6. Угу. Сейчас сфокусируется. Ага. Получилась у нас заправка. Вот так. Если в каталоге, вот мы сравниваем с каталогом, то здесь вот такая вот. Такой набор с заправкой. А теперь Лего Гарри Поттер Адвент-календарь. День 6. Тут что у нас? Угу. Получился кубок трех волшебников. Это сюда кидали записки, кто хотел поучаствовать.